Российское посольство в КНДР отреагировало на неожиданные претензии Константинопольского патриархата. Там посчитали своим Свято-Троицкий собор в Пхеньяне и включили его в календарь, изданный по случаю визита патриарха Варфоломея в Южную Корею. Наши дипломаты назвали такой поворот очередным всплеском неуместных амбиций и напомнили, что церковь возводилась как символ корейско-российской дружбы. Место выбирал бывший тогда послом нашей страны в КНДР Андрей Карлов, а украшали храм специально приглашенные из России мастера. Также особо подчеркнуто, что Троицкий приход всегда находился в каноническом ведении Русской Православной Церкви.